Алюминиевый гигант займется ремонтом красноярских дворов. Речь идет о компании «Русал». Зачем ей это нужно, поговорим прямо сейчас с заместителем директора алюминиевого дивизиона по специальным проектам компании «Русал» Александром Дроздовым. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем мы начнем говорить о дворовых территориях, хотелось сразу затронуть крупные проекты. И в последнее время все чаще слышится о том, что «Русал» помогает городу вот в таком-то проекте или участвует вот в этом проекте. Каким образом вы выбираете проекты, в которых участвуете? Ну, ремонт дворов я бы не назвал мелким проектом. Об этом мы чуть позже. Да, потому что это долгосрочная такая программа, рассчитанная на несколько лет, и уже 3 года мы ее реализуем. Но если мы о нем подробнее поговорим позже, то о других проектах я могу сказать следующее, что их тоже за последние как минимум 3-4 года было достаточно много. Вот мы делали пешеходную тропу на столбах, и я считаю, это важный проект, он не такой маленький, там больше 2 километров получилось. Мы делали площадь Революции, мы делали сквер Сурикова. Мы реализуем уже не первый год проект исторического квартала в городе Красноярске. Это комплексный такой проект. Не только реконструкция домов, но и благоустройство вот улицы Горького. И, ну, вместе с городом, кстати сказать. А, ну, наиболее, наверное, крупным проектом, за который мы взялись, это реконструкция нашего центрального парка имени Горького. И в этом году мы уже переходим уже в более практическую плоскость, хотя практическая плоскость началась в прошлом году, когда мы объявили и реализовали международный конкурс на выбор эскизного проекта будущего парка. Ну, я так понимаю, что проект уже выбран, отобран. Когда начнутся работы в парке? Да, проект уже отобран, причем я хочу подчеркнуть, отобран не «Русалом», а специально созданной конкурсной комиссией, которую возглавлял губернатор Красноярского края, в которую входил и глава города, и очень много уважаемых, и в том числе уважаемых специалистов в области архитектуры и с международным именем. Поэтому мы просто помогли организовать этот конкурс, мы его профинансировали, мы были его, так скажем, идеологами и вдохновителями, но в итоге вот эта вот уважаемая комиссия в главе с губернатором выбирала, какие эскизные проекты должны быть взяты за основу. Их 3. 3 победителя, и вот когда в прошлом году завершили эту, так скажем, эпопею с конкурсом, да, потому что эпопею, потому что до этого проводили достаточно много еще и общественных всяких слушаний, экспертных сессий, потому что у нас же парк непростой, он же, с одной стороны, сегодня парк развлечений, да, ну, уже не в том виде, как бы хотелось, но исторически в советское время он так уже был создан. Но еще если раньше взять, он создавался как такой сад городской. И в этом плане у него 200-летняя история, и она, ну, разная. И одни вот ратовали за одно, другие за другое. И поэтому мы очень хотели как-то совместить вот эти концепции, чтобы красноярцам, ну, что скажем, это понравилось, и это было наиболее то, что востребовано сегодня жителями. Александр Сергеевич, откройте тайну. Когда начнутся работы, и если они начнутся, закроют ли парк для посещения или нет? Ну, мы пытаемся ускорить этот процесс как можем быстрее, потому что мы понимаем, что и работы будут вестись, ну, не один месяц, особенно с учетом нашего сезона. Но тут есть целый ряд моментов. Во-первых, эскиз – это одно. Нужна проектно-сметная документация, достаточно детальная и подробно развернутая. Что, собственно говоря, сейчас и происходит. Второе, это же все-таки у нас объект культурного наследия. Там есть целый ряд объектов, которые охраняются государством, службой по защите и охране объектов культурного наследия. Поэтому очень важно с ними согласовать вот те модернизации, то есть, сделав хорошее, не навредить историческому нашему прошлому и опыту, который, так сказать, у нас есть, вот, в том числе и по реконструкции исторического квартала, он позволяет это все сегодня учесть. Ну, это вот работа, которую мы уже пытаемся завершить. Но я думаю, что осенью мы можем начинать первые работы. Мы не закроем парк осенью этого года как таковой, потому что парк достаточно большой, начнем как-то это делать поэтапно. Вот. Ну, надеюсь, что в 2022 году компания завершит этот проект, то есть в полном объеме. Ну, а теперь переходим к дворовым территориям. Дело в том, что вопрос возникает всегда такой, а не задваивается ли финансирование, потому что есть и федеральные деньги на комфортную городскую среду, и вы помогаете, и в этом смысле нет ли такого, что деньги идут и из федерации, и от вас,
и тем самым кто-то, может быть, недополучает, а кто-то получает в двойном объеме? Ну, задвоения никакого нет. Конечно, там, где мы присутствуем, там, где мы вот реализуем эти проекты, мы как раз и стараемся привлечь дополнительные средства в территорию, чтобы, как вы говорите, увеличить финансирование, и, может быть, даже в два раза, ну, где-то так у нас и выходит на сегодняшний момент в Советском районе. Но мы не выдумали какую-то новую программу, мы взяли тот, я считаю, очень успешный федеральный проект «Комфортная городская среда», который был заявлен в 2017 году, и он действительно очень нужный, полезный, он очень, на мой взгляд, правильно реализуется, то есть инициатива жителей, конкурсный отбор и финансирование. Но финансирования не хватает. Ну, не углубляясь далеко, я только на примере этого года могу сказать, что ну, конкурсная комиссия, правда, подводила итоги в декабре прошлого года, но на этот год. Я сам член этой конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия городская, из администрации, из депутатов, из общественников. Вот только от Советского района было больше 40 заявок. А профинансировать сможет за счет бюджета город только 8 дворов в Советском районе. То есть это те, кто ну, победили на конкурсе. Остальные тоже заслуживают того, чтобы им сделали, у них хорошие проекты, но просто не хватает финансирования. Вот здесь мы и подставляем свое плечо, уже третий год подряд, заключая соглашение с администрацией Советского района. Соглашение мы уже 5 лет реализуем, но вот 3 года подряд мы решили сделать такой упор на дворы, поскольку, еще раз говорю, есть федеральный проект, есть городская вот эта программа, есть инициатива жителей из голосования, жителей, ну, голосование за общественное пространство, можно об этом тоже отдельно сказать, потому что мы в сквере космонавтов общественное пространство, то есть помогли доблагоустроить в прошлом, позапрошлом году. Поэтому никакого задвоения нет. Мы просто берем ту программу, которая работает, и помогаем тем, кто в финансирование не попал. А по количеству дворов, допустим, по сравнению с прошлым годом, в этом году, позапрошлый, пандемия каким-то образом повлияла или нет? Ну вот как раз пандемия нам не повредила. Мы, наоборот, в прошлом году увеличили финансирование на эту программу. Мы начинали в 2019 году с 10 миллионов рублей, хотя по факту вышло больше, потому что нам еще компания помогла с малыми архитектурными формами, их отдельно завезли в целый ряд городов, и мы на этом как бы сэкономили. Но в прошлом году мы, наоборот, дали 15 миллионов на эту программу от завода. Но здесь надо отдать должное, потому что и мэрия пошла навстречу, увеличила финансирование для такого крупного района, и с учетом той активности, которую район показал, значит, тоже увеличили финансирование. В этом году мы сохранили 15 миллионов. В прошлом году мы сделали 7 дворов за эти же деньги дополнительно. В этом году это будет 5 дворов, там чуть крупнее проекты просто получились. Но финансирование на том же уровне. То есть можно говорить о том, что вы помогаете, ускоряете эту программу? Да, конечно. Просто можно было бы сделать, скажем, это количество за 5 лет, а мы просто благодаря поддержке со стороны компании делаем на сегодняшний момент в Советском районе это там за 3 года или даже за 2,5, так я бы условно сказал. Ну, то есть, если я правильно понимаю, для того, чтобы жителям попасть в эту программу, нужно сделать первый шаг и заявиться в комфортную городскую среду. Да, в комфортную городскую среду надо заявляться. Администрация оказывает помощь в том, чтобы подготовить заявку и продвинуть этот проект. И здесь мы в тесном сотрудничестве уже на самом раннем этапе отслеживаем. Все дворы, и надо дать должное главе района, он тоже все дворы эти проезжает, мы смотрим. Нам очень важно, чтобы это была и общественная активность жителей, и контроль общественный, и чтобы нам потом не стыдно было за то, что сделали. Поэтому на всех этапах мы в этом участвуем. А насколько часто приходится, может быть, уговаривать жителей, или, наверное, правильнее было бы сказать, объяснять вот эту вот часть софинансирования, которая необходима? Потому что есть разные мнения по поводу софинансирования, должна быть больше она или меньше. Ну, объяснять, откровенно вам скажу, приходилось очень много в 2017 году, когда проект этот стартовал, и «Русал» еще в этом не участвовал. Но так случилось, что я, как член общественной палаты, уже занимался этим проектом на старте, и тогда я могу сказать, что объяснять приходилось больше. То есть жители видели какой-то в этом подвох, вот почему там еще какие-то деньги надо добавить. Хотя там 5% по обязательным работам, очень небольшой взнос. Это сделано специально, и я считаю, что это очень правильно, только для того, чтобы жители почувствовали, что это их. Что это они сами делают, сами реализуют.
И это участие их финансовое, оно только воспитательную роль, наверное, носит, на мой взгляд. Сейчас, конечно, объяснять приходится тоже, но меньше. И еще раз повторюсь, заявок сейчас намного больше. Заявок более чем достаточно. Поэтому уговаривать никого не нужно. Наоборот, приходится где-то и объяснять, почему вы в этом году не попали. И мы обещаем, что мы в следующем году и дальше будем этот проект реализовывать. Потому что у нас это как долгосрочная программа. Не так много времени остается у нас, но очень интересный вопрос. Недавно прошел традиционный для «Русала» сиреневый день. В сквере микрорайона «Солнечный» высажено более 100 деревьев. И вопрос, будет ли «Русал» заниматься озеленением где-то еще? Ну, вы знаете, я не побоюсь сказать, что мы серьезная компания с долгосрочным таким планированием. И мы на самом деле стараемся именно такие долгосрочные акции реализовывать. Вот вы упомянули «Сиреневый день», он 5-й год подряд реализуется. То есть это не какая-то разовая акция для того, чтобы вот там красиво что-то показать, да, там посадить сирень и забыть о ней. Нет. Мы, во-первых, еще раз говорю, 5 лет подряд реализуем, у меня есть уверенность, что будем реализовывать и дальше. У нас нет отбоя от заявок, и мы выбираем только тех, кто в дальнейшем, во-первых, сам участвует непосредственно высаживание этой сирени, и потом ухаживает за ней. То же самое с грантовым конкурсом «Зеленая волна», который «Русал» реализует через Центр социальных программ. Мы тоже отбираем тех, кто заинтересован. И это длится уже годами. Так же, как вот, экологические наши акции в виде там, «Дни Енисея» и так далее. Это акции, которые ну, кем-то придумываются и начинаются, но придумываются не из воздуха, а из пожеланий. А потом реализуются уже многие годы и расширяют только географию. Вот отвечая опять же на этот вопрос, где еще? Дни Енисея начинались в Красноярске, а сегодня они реализуются и в Иркутской области на Байкале, и в Ачинске на Чулыме. Да? Значит, то же самое и «Сиреневый день» многие подхватили. А «Зеленая волна» у нас идет по всем регионам Сибири. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня мы беседовали с заместителем директора алюминиевого дивизиона по специальным проектам компании «Русал» Александром Дроздовым.